Помогите! Эй, сосед, я здесь! Кто-нибудь! Ну что же, ты меня не видишь? Это снова повторилось. Я здесь, это дом, сосед и дверь. Уйти и оставить его. Или в этот раз спасти. Всем привет! Это привет, сосед. И сегодня я спасу соседа. Внизу справа ты видишь иконочку. Это иконка разработчика, который создал мод, где мы можем спасти соседа. За что ему огромное спасибо. Ну а мы начинаем нашу спасательную операцию. Пойдем посмотрим, что в соседней комнате. О нет. Это тень, этот страх. Он до сих пор ждет, когда сосед выйдет. Но сосед не выходит. Он держится. Давай же не дадим этому страху поглотить нашего соседа. Что у нас есть? У нас здесь есть какая-то лавочка. Здесь можно ввести пароль, если ты его знаешь. Я его, к сожалению, не знаю, поэтому я без понятия, что этот пароль даст нам. Но если ты в курсе этого секретного кода, то, пожалуйста, напиши в комментариях. И расскажи, что же этот код дает. Также у нас здесь еще появились коробочки. Пойдем за коробочками. Возьмем их все, они нам по-любому сейчас пригодятся, чтобы спасти соседа. Так, обежим дом вокруг. Теперь мы можем обижать дом вокруг. В оригинальной версии мы не могли этого сделать. Здесь есть дверь, к которой мы можем подойти, но открыть мы ее не можем. Даже если взберемся на коробочку. Так, еще встанем, еще встанем. И еще, вот так вот. Даже если я стою на коробках, я все равно не могу открыть дверь, чтобы зайти к этому страху, к этой тени и просто накостылять ей. Один раз я ее уже победил. И победю второй раз. Так, давай попробуем разбить ей окно. Ты посмотри, у нее прочное, непробиваемое стекло. Его просто нельзя сломать. Видимо, нас сейчас пока что огораживают от этого, чтобы тень не набросилась на нас. Тогда давай попробуем разбить окно у соседа, чтобы вытащить его оттуда. Сосед, отойди подальше от окна, я попробую его разбить. Ну что, понеслась жара. Беги, давай руку. Я тебя схватил. О нет, она за тобой сзади. Быстрее, влази. Поймал. О божечки, она нас преследует. Она выбралась из дома. Бежим. Теперь мы спасемся. Теперь мы вместе. Ой-ой-ой, какой он стал огромный. Этот страх. Сосед. Нет. Она начинает нас атаковать. Своими магическими страшными штуками. Сосед. Боже мой, ты заколдован, он не может двигаться. Она поглотила его, страх поглотил его. Нужно его спасти, что нужно делать? Где мы находимся? Снова белая комната и куча всего. Что делать, что делать? Я знаю, что нужно победить этого босса. Сейчас это огромный враг для нас, соседом. Нужно его как-то вырубить. Кровать? Зачем здесь кровать? Ой-ой-ой, тень начала выпускать сферы и выпускать стражников, которые должны меня поймать. Так, стражники бегут за мной. Пойдем туда, вон где лестница. Посмотрим, что там. Я вижу там какие-то ворота. Надеюсь, там выход. Блин, ворота закрыты. И ты посмотри, сколько их тут. Их очень много, их нужно как-то открыть. Значит, где-то есть рычаги спрятанные. Нужно их срочно найти. Пойдем мы начнем по часовой стрелке вон оттуда, где стопка огромных листов. Стражники преследуют меня. Нельзя дать им поймать меня, иначе мы пропадем вместе с соседом. Страх поглотит нас. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Что у нас здесь? Что здесь у нас такое? Это больница? Сосед? Сферы начинают на меня падать. Если одна из них накроет меня, то все закончится для нас с соседом. Какие же они огромные. Я понял. Это воспоминание соседа, когда он был в больнице. Смотри-ка, здесь есть рычаг. Быстренько активируем его. Все, кажется, я открыл одну из дверей. Нужно бежать отсюда. Но нужно быть очень осторожным. Бежим, бежим, бежим. Нет, 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 только не сфера. Фух. Так, куда дальше? Куда дальше? Ой-ой-ой-ой-ой, нет, меня стражник схватил. Теневой стражник. Так, теперь бежим вот сюда. Поднимемся на эту машину огромную. Надеюсь, там тоже есть рубильник. Ох, как высоко. Так. Сосед. Это еще одно воспоминание соседа. Когда он заколачивал погреб. Подвал.
Эти сферы, они прям сыпятся без остановки с неба. Включаем еще один рубильник. Готово. Следующий. Нужно найти следующий. Опа. Надеюсь, следующий здесь. Ух, какие здесь огромные размеры. Сферы попадают даже сюда. Блин. Нужно скорее найти рубильник. Опа. Воу. Ты посмотри, сколько здесь манекенов. Какая огромная игрушка. Сосед с картонными детьми. Сосед сделан непонятно из чего, но в общем сосед тоже здесь манекен. Рубильник, активируем его. Так, куда дальше? Нужно выбраться отсюда. Так, уже 3 рубильника активированы. Осталось, по-моему, еще 2. Машина. Сосед в машине? По-моему, это воспоминание с аварии. Давай поднимемся, посмотрим, что там. Надо пройти... Ой-ой-ой, перепрыгнул. Надо пройти небольшое обе. Так. Так. Опа. Хорошо, пробрались. Отлично. Осталось чуть-чуть. Да, ты посмотри. Машина разбита, она вся помята. Лобовое стекло треснуто. Это действительно воспоминание от аварии. Включаем еще один рубильник розовый. Отлично. Остался последний рубильник. И он находится вон у тех коробок. Вон он, я его даже вижу отсюда. Нужно взобраться туда. Держи, сосед. Осталось совсем немного. Сейчас. Опа. Ой-ой-ой, как близко ко мне эти охранники, нет! Они меня схватили! Фух. Но у меня есть еще одна попытка. Оббегаю их. Вот так, отстаньте от меня, демоны! Бегу. Фух, вроде бы оторвался. Держись, сосед, я скоро. Еще чуть-чуть. Есть, я прибежал. Эй, привет, лего-человечек. Ты чего здесь забыл? Ну извини, сейчас не до тебя. Тортик. И не до тортика. Кукла. И не до кукол. Мне нужно спасти соседа. Огромный кукольный домик. Девочки соседа. Опа. Осталось совсем чуть-чуть. Так. Главное не упасть. Есть. О, кукла видеогейм на велосипеде. Ой-ой-ой, сферы меня преследуют. Надо не забывать про это. Быстрее надо подняться наверх. Какие странные лесенки из картонных коробок. Ну же. Когда начинает темнеть экран, это значит, что сферы надвигаются на меня. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Последний рубильник открываю. Как она близко пролетела передо мной. Фух, да, ворота все открыты. Пошли скорее туда. Что же там? Так, охраны пока нету. Поднимаемся. Итак, о божечки, это еще одно воспоминание соседа. Это кладбище, где похоронена его жена. Здесь есть ружье, берем его быстрее. Бежим оттуда. Так, ты глянь, появилось сердце этого черного демона. Вот оно, смотри, как оно бьется. Давай попробуем пострелять в него. Да, получается. Нужно разрушить это сердце. Ах вы, демоны. Классно, я могу этим ружьем стрелять и в этих охранников. Давай, лопайся. Не подходи ко мне. Ну же, бежим. Оказывается, ой-ой-ой, как громко, мои уши. Они сейчас у меня отвалятся от этого шума. Я так понял, что у этого демона несколько сердец. Мы уничтожили пока что только одно. Где еще может быть? Наверное, в больнице. В больнице, там остановилось сердце жены соседа. Значит, там наверняка есть сердце демона. Пойдем туда. Ведь демон украл жену у соседа. Да, действительно, смотри. Ты слышишь, когда я стреляю по нему, как оно бьется? Ой-ой-ой, сфера. Нет. Опасно. Ну же, есть. Я уничтожил второе сердце демона, но есть и третье. Так, где же третье может быть? Где может быть третье? В таком огромном месте. Наверняка он его оберегает возле себя. Рядом с собой хранит. Пойдем посмотрим. Так, отстань от меня. Фух.
Ох-ох-ох, какие волны он пускает, этот демон. Нет, выкинул ружье случайно. Так, вон оно сердце. Прям рядом с этим демоном. Пойдем, придется взобраться и сразиться с демоном. Что произошло? Не может быть, меня поймали. Ну ничего, у меня есть еще попыточка. Ну что, дубль 2. Так, тихонечко. Опа, опа, опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не прилетело рукой демона. Вот оно, сердце. Ну же, ну же, ну же. Как много сфер прямо на меня летит. Нужно куда-то деться. Ай, упал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень опасно. Когда торопишься, все выходит из-под контроля. Нужно собраться, взять себя в руки. Так. Ну же, взрывайся, лопайся. Ну же. Да. Сосед, бежим скорее. Бежим. Ого. Приснится же такое. Сосед, хорош дрыхнуть, открывай, это я. Да иду я, иду. Привет, ну чё ты так долго-то? Да я чё-то задремал. Мне сейчас такое приснилось, я тебе сейчас расскажу. Короче, у тебя был страх. Ну ты фантазер. Ну а я про чё говорю, уже чудной сон приснился. Если тебе понравился этот мод, то не забываем писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видео.